Много споров, много разных возмущенных писем у меня разных о том, что то, что ты там проектируешь, это не баня. Хоть раз покажи, как ты паришься и так далее. Ну вот она, живая баня, ребят. Вот нефритовая закладка. Кстати, заметьте, это камень. Я взял только что из каменки, чтобы вам показать. Да, вот это вот нефрит, вот его красота, представляете, какая. При полностью готовой бане к парению я могу эти камни из закладки, любой камушек вытаскивать и любой камушек обратно вкладывать, да? То есть я их могу брать, вот они там заклиненные, но я могу любой камень из закладки, в принципе, взять руками. То есть они, ну, в той температуре, которая позволяет мне к ним прикоснуться. Ведь, ну, горячеваты, конечно, ну, где-то градусов 90-100. В принципе, жить можно. Если уж надо будет положить на место, я его, конечно, тряпочкой положу. Я просто понтовался для того, чтобы показать вам, какой температуры закладка на верхних камнях. Поэтому вот здесь, в этой бане, в ней полтонны камня. А чтобы вот листочки не попадали внутрь камней и там внизу не догорали, здесь лежит обязательно вот эта вот сеточка. Это еще один у нас сегодняшний лайфхак из живой бани. Вот такая вот. Коротенький давайте ролик сделаем. Итак, для того, чтобы веник не сыпал листву внутрь каменки, мы на каменку кладем сверху сетку, самую обыкновенную сетку. Можно, конечно, сделать красивую, понтовую, дорогую из нержавейки, но я лучше на эти деньги лишнюю мороженку детям куплю или еще чего-нибудь полезного, или лучше полезного, чем нынешние мороженки. Ну, в общем, вот такой вот лайфхак для вас. То есть одна из фишечек живой бани. Сеточка на каменке. Достаточно? На сегодня хватит.